Ребят, всем привет! Сегодня мы спустимся в бункер. Где-то примерно вот в этом хрючеве что-то есть интересное. Сейчас посмотрим. Какое-то мясо просто. Опа. Со мной сегодня Анатолий, Даниил. Пожалуйста, Анатолий, Антон. Как тебя зовут? Антон. Подписывайтесь на их инстаграм, и ссылочки оставлю где-нибудь. В описании. Это пиздец. Вау, как тут. Ой, как здесь холодно. А мне нравится. Мне нравится очень, да. Так, ну что, куда пойдем сначала? Ты хорошо, что у тебя есть хороший комнат. Слушай, я готов на... Готов ко всему. Так, ну чё? Тут еще какие-то ванны. Кого здесь резали? Глянь, выключатели старые остались. Господи, как они работают? А, это сортиры, да, я так понимаю? Это тоже туалет, да? А здесь, кстати, могу сказать, что я не был первый раз. Лампочки целые, кстати, висят. Что это за ванна, непонятно. То есть это такой же коридор длинный, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь коридоров таких. Это типа, не знаю, что такое. Здесь холодно, кстати. Это что? Обращение к делу. Или нет? Опа, ложимся за столик. По-моему, они что-то загородили. Что это такое все? Это, блядь. Это получается шахты лифта. Да ну. А, нет, а там же ничего не внизу нету. Какого лифта? Я боюсь собак. Вот мы сюда залазим. Так, подождите. Ром, подожди. Чё там? Здесь? Так, я, наверное, здесь... Нет, здесь я не пойму. Только аккуратно, здесь вода и... Здесь прям говно. Здесь прям говно. Вот это трэш. Бля, мне тут нас попало. Блин, вообще, конечно, лучше сюда. Да. А вот это, по-моему, уже спуск. Еще одна лестница. А наверх или куда? Да, но... А, это даже не лестница. Это вентиляция. А, тут ничего нет. Ну, короче, посмотри, чтобы попасть на второй. Сука! Данил! Блядь! Что ты творишь, блядь? Я тебя предупреждал. Тебя промочил? Да. Нет, там тупик. Тупик? Да. Вентиляция, наверное, какая-нибудь. Слушай, ну я почти был от кобыла. Сейчас придем к следующему. Знаешь, что это будет... Или нет, это нет. Здесь завалено. Не факт, что это просто вырежет эти наши... Просто сгоревшая комната. Это пепел? Это пепел. А, тут выход. А, ну как-то там, да, в принципе. Так, ну что, куда мы сейчас идем? Можно залезть в другую часть. А там? Вылазим, в другую идем. Ну пошли. Все, ребят, идем в другое крыло.